Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ай, se eu te pego, delícia. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в торговом центре Керуен, в самом центре нашего главного города, нашей страны. И сейчас мы находимся на открытии нового итальянского магазина, который называется Sylvian Itch. Просто мне нравится все такое доступное, не слишком дорогое. Да, давайте посмотрим. Давайте. Допустим, вот эта блузочка, да, очень симпатично. Вот, Айгуль, вы же следите за последними трендами, да? Что сейчас в моде? Вот такая блузочка в моде, то есть сзади, получается, спины кружево, да, и спереди такая футболочка. Я считаю, что красивым девушкам, я считаю, что это очень все подойдет. Тренд очень такой доступный. Мне нравится то, что здесь ничего лишнего нету. А цены как цены? Цены доступны. Я только что вот хозяйке сказала, что за 100 тысяч тенге можно здесь одеться. На всю жизнь. Да. Не на всю жизнь, на одну вечеринку можно. Я вас познакомлю. Андрей является человеком, ну, как это модно говорить, представителем франшизы, да? То есть вы распространяете эту франшизу на территорию СНГ. Да, мы являемся дистрибьюторами итальянской марки Sylvian Itch на территории России плюс страны СНГ. Хорошо, Андрей, скажите, пожалуйста, а вот сколько магазинов открыто в России, да, вот на сегодняшний день? На сегодняшний день открыто порядка 3 магазинов, плюс 1 в Беларуси, плюс вот сейчас мы находимся на открытии бутика Sylvian Itch в Казахстане. То есть, если я в Италии зайду в магазин Sylvian Itch, то он абсолютно такой же, я буду себя чувствовать, как дома в Астане. 100%. На какой бренд вот нам, чтобы ориентироваться, да, и по ценам, и вот вообще в целом иметь понятие, с чем мы имеем дело? На какой бренд похож Sylvian Itch? Sylvian Itch можно сравнить с брендом Patrizia Pepe или с брендом Pinka. Сейчас мы узнаем у хозяйки магазина, сколько в кассе денег. Это такой, это классическая тайна, я понимаю, но... Успех магазина, как правило, конечно же, самое главное не открыть магазин, а самое главное, чтобы магазин работал и зарабатывал, правда же? Скажите, Гульнара, пожалуйста, а как пришла вот идея в голову, да, открыть именно этот бренд у нас в Казахстане? Этот бренд очень нравится, во-первых, мне, нашим друзьям. Общаясь с ними, я пришла к этому выводу, что мы совместно должны открыть по Казахстану, не только в Астане, по Казахстану. То есть это, получается, не единственный магазин у нас будет в Казахстане? Сколько примерно магазинов? Надеемся. Сколько примерно магазинов по всем городам? То есть во всех городах вы хотите открыть этот бренд? Да. Ну, вы знаете, дорогие друзья, я хочу вам представить Гульнару, потому что Гульнара человек в этом бизнесе, скажем, не новичок. Женщина, открывшая несколько успешных магазинов в Астане, которая открыла жительницам столицы очень известные бренды итальянские. И вы в этом бизнесе уже давно. Сколько лет? 10. 10? 10 лет. Ну, представляете, да? То есть вашему вкусу точно можно верить. Что касается вот ценовой политики, вы смотрели, чтобы и бренд был хороший, и одежда была хорошая, и чтобы и цены были доступны? Да. Цены у нас очень доступные. Мы стараемся для наших клиенток, девушек, для молодых женщин подобрать все луки, чтобы любая женщина могла себя чувствовать комфортно в нашей одежде. Арсен, скажи, пожалуйста, вот как стилист, ты бы мог бы нам сейчас помочь одеть, ну, скажем, одну девушку в красивые наряды? И так, чтобы я прям посмотрела и удивилась. Да, конечно. Дорогие друзья, одежду от Sylvian Itch носят не только гламурные женщины, но и такие, скажем, серьезные нотариусы. Вы все-таки женщина, скажем, такая серьезная, да? Вы для себя, как нотариус, смогли подобрать для себя какую-то одежду, которую вы сможете носить на работу? Да, я уже подобрала. Здесь, в принципе, можно подобрать. Вот хочу именно акцентировать внимание на том, что не только можно возрастные все категории взять, там 25-30, да, но и тем, кому за 40, не буду скрывать свой возраст, подобрала, взяла брючки. Арсен,
что ж, дорогие друзья, 15, даже не 15, 10 минут, по-моему, 10, да, прошло? Минут. Арсен, ну что ж, твоему вкусу можно доверять. Во-первых, сейчас очень модно носить кружева. Она алтын, футболка кружевная. Это сейчас последний тренд. Во-вторых, главный акцент – это сам цвет. Очень. А цвет какой? Как бы ты его назвал? Мне кажется, это цвет такой, цвет слоновой кости. Это называется, сейчас скажу, какой цвет. Ну, я тебе, мы не можем час ждать, поэтому смотри быстрее. Друзья, прошло уже 5 часов, я уже устала ждать. Арсен, как называется цвет? Динара обманывает. Прошло всего 2 минуты. Арсен, как называется цвет? Бежевый. Пусть будет бежевый. Ну, хорошо, уговорил. Пусть будет бежевый. Факт в том, что это не важно, какой цвет. Арсен, просто... а мне больше всего, знаешь, что нравится? Что принт, фотография Мэрилин Монро. Монро, да. Самой сексуальной женщины в мире. Да, я не успел это сказать, вы меня опередили, Динара. Самое актуальное, что цвета сдержанные, выдержанные. Это сейчас тренд. Жанель, уже вот магазин открылся чуть меньше часа. Ты что-нибудь уже себе подобрала? Да, если позволите, я даже покажу. Ну, конечно, позволю. Вы знаете, можно я угадаю? Это, наверное, зеленый цвет. Да, конечно, потому что это тренд сезона. Я себе выбрала вот такую блузку. Так, что это такое? Которую я сегодня одену вечером на показ вечерний, который состоится в Бархате.